Привет, народ. Старые немецкие фотоаппараты всегда были очень интересны, любопытны и даже попадаются красивые названия. Сегодня у нас в гостях фотоаппарат Кокоретта. Фотоаппарат Кокоретта от производителя Контесса Неттель. Тут видно, читается Контесса Неттель. Ну, интересный фотоаппарат, красивый, симпатичный. То есть это дальний родственник Zeiss Icon. Компания потом уже была, они делались тоже здесь. Затворчик стоит, дырвал, потом он позже перекочевал у нас на всевозможные нетары. Объектив здесь нетара на стигмат Contessa Netter 10,5 на 6,3. Ну, как-то тут все простенько. Тут, кстати, открывается сзади дырочка, и можно смотреть картиночки. Если поставить матовое стекло, то хорошо видна и картинка, на которую мы наводимся. И еще немаловажно, у него такая интересная инженерная мысль. Кассета вот так он вынимается, сюда вставляются ролики, ну и обратно заправляется в фотоаппарат. То есть вот такая вот система. Ну, интересненький, интересненький. Красивая Кокоретта от компании Contessa Nettel.